православная выставка проводится в Сочи два раза в год. Сегодня гостей собирает звон колоколов. Кстати, попробовать себя в роли звонаря может любой желающий. Всегда интерес к выставке-ярмарке огромный. Традиционно приезжают представители 100 монастырей и храмов России, Белоруссии, Украины, Молдовы и Черногории. Привозят с собой святыни, чудотворные иконы и образа святых. Большое количество монастырей и храмов, которые приезжают к нам с разных регионов и нашей страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Это, наверное, самая главная ценность выставки православия. Потому что каждый и житель города, и гости города имеют уникальную возможность прикоснуться к святыням, помолиться, заказать требы. На выставке представлены иконы, православные сувениры, литература, вся храмовая атрибутика. Освященные кресты из Севастополя. Православная херсонесская коллекция с места, откуда, возможно, 1000 лет назад пошло русское православие. Но работа выставки всегда начинается с молебна. Посетители смогут принять участие в духовных чтениях, встречах, беседах, демонстрации фильмов и лично можно пообщаться со священником любого представленного на выставке храма. Но здесь широко представлена не только духовная пища. Православная ярмарка – это товар на любой вкус. Одежда, сувениры, подарки к православным праздникам, а также все к праздничному столу. Грибы, ягоды, разнообразие меда, рыба, икра, колбаса, оливковое масло, сладости. Выставка-ярмарка открылась сегодня в гранд-отеле «Жемчужина» и будет работать до 26 октября. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.